Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, поражение от песика. Хорошо. Так, у нас здесь что-то приготовилось. Ага, подарок друида. Ладно, заберем пока. Потом посмотрим, стоит разбирать или нет. Так, манна. Повара у меня подросли маленько. Алхимики, яблочки забираем. Броня, Вершитель судеб. Фиолетовая на 80 уровень. Так, это, ребята, нужно примерить своим магам. Так, и еще у меня здесь черт рогатый. Амулет на 78 уровень. Тоже глянем. Так, забираем сталь, древесину и ежедневный сундук, конечно же. Оу, что нам выпадает? Смертоносный укус на 83 уровень, синий лук. Так, в принципе, неплохо. Давайте-ка сейчас с вами посмотрим. Амулет редкий, броня и магическая броня. Ладно, где мой лучник? Давайте сравним луки. Ну, что я вам могу сказать? Мой лук будет получше, хотя одинаковое название, но этот все-таки слабее. Так, давайте-ка теперь глянем броню. Вот. Ну, тут даже и думать нечего. Конечно же, будем, наверное, одевать. Сила в магии у нас тут неплохо. И магическая броня. Так, давайте надевать. О, вот это уже совсем другой разговор. Сфера подарок друида. Ну, сила магии неплохо, да, я не спорю. Урон в секунду тоже, но все равно слабоват. И 77 уровень. У меня на 75, но без хила мне никуда. Так, редкий амулет. Ну, его ставить мы не будем. Так, давайте-ка посмотрим вот сюда. Броня и магическая броня. Хотя зачем мне танку в такой вот амулет? Хотя он и на 78 уровень. Не-не-не-не-не, ребята. Слишком много теряю я мощей. Так, ладно, давайте глядеть далее. Колечко. Так, ну-ка, а тебе, если... Угу, можно, в принципе, надеть. Ха, не понял я, ребята, смотрите-ка. Я надел и потерял опять же в мощах. Хотя этот амулет у меня 59 уровня. Ну-ка. Ёлки-палки, нифига себе. Да, амулетик, не пригодился ты мне, к сожалению, никуда. А может быть, поставить его все-таки, а? Нет, не будем. Обойдемся как-нибудь и без него. Так, ну это уже не то. Тут на силу магии, а он у меня лучник. Ему бы на крит или на уворот, на худой конец, да? Это было бы дело. А так, ни туда, ни сюда. Ладно, давайте возвращать обратно наш амулет, который стоял у лучника. Вот этот. Все, пускай так и остается. Так, денежку забираем, это все забираем. Ребята, я имел глупость в свое время. На днях поставил лечебку. И она там делалась, по-моему, 3 дня. И сейчас я после каждого боя лечусь, ну, по минут 15, если не соврать. Поэтому сейчас даже не повоевать нигде. Так, ну что ж, давайте, ребятушки, я отправлю вам подарки. Так, Андрюха, держи. Так, Серега тоже. Александр. Сергей Иванович. Обязательно. Так, Намаду. И кто у нас следующий? Славян идет. Так, Славян Типков. Так, последний у нас кто? Это Роман Крэш. Забираем сундук и продолжаем отправлять. Так, Крошка. Вовану отдаем. Следующий у нас идет кто? Так, Малевичу кинем. Иванушка. Андрюхе. Так, Алексу. Где мои-то, ребята, я не пойму. Ага, вот, фейк такси. Так, Артурчик получил. Фофан. Владимир.
Так, еще трое, да? Это Денчик будет у меня. Умка. Умке надо отправить. И последний, последний, кто? Давай, Владимир. Забираем. Ну что, еще три осталось у нас, да? Наконец-то они, кстати, починили, что я где отправил, оттуда и начинаю. Нерд. Так, Кирюхи отправили. И, по-моему, все. А, нет, смотрите, Кайфолов еще. Данил. Так, закончили. Все, с подарками распрощались. Давайте теперь откроем сундуки. Ну, это сразу на разбор идет. Тут даже говорить нечего. Это тоже пойдет на разбор. Так, ну, с этих у нас только А, нет, смотрите-ка. Колечко выпало. У ворот 1720. Разбираем. Не пригодится нам. И здесь ресурсы. Просто ресурсы. Все. Так, ну что я могу сделать? Яблок у нас много. Так, давайте-ка разберем тут лишнее. Слишком много всякого хлама накопилось. Так, чикаем. Ну, магический урон, наверное, тоже разберем. Сила магии на 81 уровень. Бахаем. Так, давайте вот это тоже разобьем. Слишком много у меня всякой зелени. Причем ненужной. Так, корзинку. Корзинку, я не знаю даже, пока... Слушайте, наверное, вот этот мы все-таки оставим, а корзинку, скорее всего, разберем. Вот лук точно разбирать надо. Замечательно. Так, редкая броня. Ну, оставим ее пока. И корзиночку бахаем тоже. Так, вот это вот, не знаю, крит, магический урон, кольцо. Ладно, пускай пока, наверное, лежит. И сегодня у нас пятница, да, если я не ошибаюсь. И, по-моему, у нас работает портал. Так, давайте-ка что-нибудь закажем с вами. Можно заказать синьку, по идее, да? Что у меня тут? Угу. С колечками проблема, да? Ну, в принципе, с амулетами как бы тоже. Слишком слабенькие они. Это надо... Ой, подожди, куда я надел-то его, елки-палки? Так, погоди, не то. Я уже забыл, по-моему, это кольцо у нас было, да? Да, это надо разбирать, а не одевать. И вот эту броню, думаю, тоже разбирать, потому что она уже нам не пригодится. Так, 125 белых кристаллов, обалдеть. Это можно столько зелени наклепать. 10 шмоток. Хм, надо будет подумать над этим. Но опять же нужна манна, а ее нет у нас. Так, ну что, будем бахать. Все. От посохов лишних мы избавились. Редкий амулет мы пока оставим. Забираем все, что подкопилось у нас здесь. И будем с вами создавать. Создавать будем кольцо синее. Так, хотя у нас не хватит ведь маны, да? Да, там маны нужно, по-моему, 250. А у меня всего 205 тысяч. Не пойдет. Давайте вскроем сундучки. Посмотрим. Ага, вот это бахаем сразу же. А здесь у нас... Ну, этот костюмчик мы оставим на повара. Всегда пригодится. Так, и вот у нас портал. Ребята, в портал можно сходить только лишь ради сундучков. А в сундучках, насколько вы помните, выпадают синие и зеленые шмотки. Они мне нужны для крафта. Да, поэтому давайте по-быстренькому сейчас здесь прогуляемся. Как говорится, не будем здесь особо зацикливаться. Я прекрасно знаю свой предел. Это, по-моему, 65-й. Короче, не помню, ребят, честно говоря. Но вы видели в прошлых сериях, докуда я доходил. Вот и с той точки я, кстати, никак не могу прорваться дальше. Потому что этот придурок, который вызывает там постоянно таких толстых, типа, знаете, медуз или как назвать-то, даже не знаю. Вот, и они постоянно идут, и мои воины просто не успевают справиться с наплывом и погибают. А вызывает их этот мелкий в капюшоне гунька, алхимик какой-то там. Ну что, вот, в принципе, сейчас будет у нас первый синий сундучок, с которого нам что-нибудь да выпадет, по любасику. Давайте сейчас быстренько здесь затащим. Да, кстати, ребята, вот еще что хотел сказать вам. Дела-то наши плохи в последнее время за счет того, что
они открыли мировой, как сказать, сервак. Мы же теперь играем не только русские, а здесь уже и китайцы, и немцы, и французы. Короче, кого здесь только нету. Так, давайте глянем, что здесь выпадет нам. О, синий посох. Блин, прям ностальгия на меня какая-то напала. Эти посохи были на начальных уровнях у меня. Так вот, я дальше продолжаю тему, что будут нас сейчас ребята с зарубежья просто прижимать по-черному. Они не успели начать играть, как, поверьте мне, уже практически достигли вершин наших хай-левелых ребят. За вот этот вот короткий промежуток времени. Вы представляете, я как глянул, что они там уже имеют. Он на 50 уровне, если не ошибаюсь, проходит портал. Ой, если не соврать, ну, чуть ли уже там не до конца. Я глянул, что у него там за шмотки. Там, во-первых, у него все легендарное. Во-вторых, у него костюмы рейдовых боссов. Почему-то у нас таких нету, а они в них ходят. Ну, это, то бишь, вот он убивает там Гравка или еще там какой-нибудь. От них остаются шматье. Оружие там, броники. И вот они их одевают. То бишь, я так понимаю, там с определенными статами идет броня. Так же, как и оружие. И они этим пользуются. Я не могу понять, почему, главное, у нас нет такого, да? А у них, видите ли, преимущество. Это меня сильно расстраивает, честно говоря. Как бы несправедливо. И я боюсь, что эти ребятушки сейчас будут нас зажимать. Я к чему клоню? Что пора бы, наверное, прекращать войну между собой. И как бы объединяться уже больше... бить, даже вот если мы, например, ходим по карте, да, и на карте видим какого-нибудь корейца там или это, нападать на него, а не на нашего брата, чтобы их хоть немножко прессовать. Иначе они нас выжмут. Я знаю очень много этому примеров, сколько вот игр не играл раньше, когда действует очень сильный донат, ни к чему этому хорошему не приводит. Разработчикам-то, конечно, хорошо, да, они получают с них прибыль, деньги, как бы радуются, но а мы-то не такие богатые, как они, и у нас совсем другой курс, поэтому для нас это очень докладно, а для них это копейки. Поэтому они играют, развлекаясь, а мы, извините меня, играем сюда, вкладывая труды и какие-то старания, поэтому в игре в этой могут выжить только лишь сильнейшие кланы, сильнейшие игроки. Или такие, как я, который каждый день играет в эту игру для того, чтобы быть в курсе всех событий, естественно, снимать и показывать вам, ребята, которые играют, а может быть не играют, но просто любят смотреть. В общем, я в любом случае здесь останусь, хоть будут меня здесь прессовать по-черному, насколько у меня хватит сил, я все-таки буду вести вас в курс дела. Так, ну что, ребята, давайте тогда мы, наверное... сейчас, в принципе, и занимаемся этой зачисткой хлама, потому что очень-очень много всякого барахла накопилось. Пора зачистку эту сделать. Я давно собирался, честно говоря, но все как-то не доходили руки. Вы прекрасно понимаете, почему я сейчас очень мало делаю серий. Во-первых, я здесь недавно очень сильно заболел. Я еще, в принципе, не выздоровел. Горло очень болит, поэтому не обращайте внимания на мой хриплый голосок. Надеюсь, скоро выздоровлю. Вот, во-вторых, у меня сейчас очень медленно идут ресурсы. Я слишком сильно отстал по шмоту, поэтому ребята, которые даже на 2-3 уровня меня ниже, а не сильнее. И, кстати, хотел спросить еще у вас такой вот совет у знающих игроков, которые там, может быть, хай или еще кто-нибудь, кто смотрит. Объясните мне, где брать легендарные вещи? Я прекрасно понимаю, что их можно сделать с фиолетовых кристаллов, но это надо делать эпические шмотки, потом их разбивать. Это знаете сколько ресурсов? А я посмотрю ребята, которые там, ну извините меня, ну скажем так, 36-35 уровня, у него легендарные шмотки, ну для него, конечно, для его уровня, но они у него уже есть. И я, честно говоря, сомневаюсь, что он накопил столько фиолетового шмота, чтобы смог себе скрафтить. Может быть, они падают с каких-то сундуков? Ну, извините меня, ну ладно, там с одного сундука из 100 выпадет. Но он практически полностью одет.
в легенду. Как это может быть? Я сколько вот играю, ребята, вот не поверите мне, ни разу еще не выпала ниоткуда легендарная шмотка. Я уже молчу про то, чтобы ее скрафтить. Нет, можно еще, конечно, задонатить, как говорится, купить эти сундуки там, и может быть из них выпадает, или в конце концов купить эти, не купить точнее, а усилить себе выпадение темных душ на 3, накопить там на супер-пупер ящик, и может быть с него фартанет. Да, кстати, вот Гонконг клуб, который, да, вы видели, сколько он накопил темных душ на данный момент. 180 тысяч темных душ. Ребята, вы в сумму в эту вслушайтесь, 180 тысяч за всю игру у наших хайв я такого даже не видел. Ну, видел там, по-моему, если не ошибаюсь, там, ну, 100, 119, 120. Ну, 180 тысяч, это, по-моему, перебор. И причем я глянул на него, да, этого, по-моему, все-таки Гонконга, если я не путаю. Он сам-то по себе 63-го уровня у него бойцы. 63-го уровня бойцы, практически все бойцы одеты в легенду. Ну, там, Фиол, легенда, в общем, неважно. И он больше 100 тысяч душ набивает. Да как такое может быть? Может быть, у них даже немножко другие идут расценки на души, а? Вам так не может показаться? Потому что, извините меня, мы играем на одном серваке, да? Как бы вам сказать, он объединен у нас. Ну, значит, нам шмотки не выпадают, такие, которые есть у них, а они имеют, как бы, и уже изначально преимущество над нами. Я считаю, что это несправедливо, и надо вот этот вопрос, если честно говоря, к разработчикам, пускай они объяснят. Извините меня, а сейчас, когда будет обновление, когда будут вот эти арены, где мы сможем с вами качать этого турнирного героя, короче, это что получится, что мы его там будем пыхтеть, краптеть, развивать, да? А он просто там задонатнет или что-то там у него сделает своим преимуществом, короче, и просто одним плевком будет нас валить. Тогда смысл? Давайте разделяйте тогда сервера. Мы, русские, будем на своем играть. Там корейцы пускай на корейском серваке играют. Немцы там на немецком. И это, зачем нас объединять? Это просто уже дисбаланс пойдет элементарный между, вот, как сказать, между игроками. Между странами. Это нафиг нам не нужно. Ведь согласитесь, ребят. Так что я вот, честно говоря, в этом плане очень сильно возмущен. 180 тысяч, извините меня, даже если яблок сколько нужно, чтобы пройти вот этот вот портал, чтобы набить... Ой, это ужас, ужас. Мы столько этого добивались, да, играли уже там, не знаю, кто-то год, кто-то полгода, кто-то там чуть больше, чуть меньше. А они его только открыли, сколько? Ну, месяца еще нет, да, когда они запустили. Он уже, извините меня, 63 уровня, ходит полностью, извините меня, в этом... В легенде. Здорово просто. Я считаю, что это несправедливо по отношению к нам, потому что мы уже играем долго, они только начали и уже нас догнали, а поверьте меня, еще месяц пройдет, они вообще нас переплюнут и будут просто нас лупашить здесь. И ничего нас здесь уже не спасет. Поэтому, ребят, я вам говорю, что давайте не будем между собой там воевать. Если видите на карте в первую очередь там корейца там, или немца, француза, вы их определите, у них обычно там такие ники странные, и подписаны у них герои там по-всякому. Лучше бомбим их. Я, конечно, не настаиваю, но просто как бы вас прошу сделать лучше так. Я лично сам, хотя, честно говоря, мне всего, по-моему, 2 или 3 игрока попадалось. Да, может быть, это, кстати, и не... Как сказать-то? Фиг его знает, блин. Может быть, он и не кореец, и не этот. Ну, извините меня, у него китайские и, там ники на китайском или на корейском, там я не разбираюсь в их языке. Вот. Я думаю, что вряд ли какой-нибудь наш человек будет писать. Или вот, например, на меня нападал недавно чувак, я посмотрел, там написано «Герман», ну, германский клан, короче, как-то там. Вот. Я думаю, что вряд ли русский человек будет называть свой, ну, под Германией там. Ну, если какой-нибудь, не скинхедовец, конечно. Вот. Как-то так. В общем, возмущен я до предела.
Так, ну что, ребят, давайте что-нибудь мы с вами закажем. Вот еще зеленочку возьмем. Так, что-то у меня там закачалось. Да, ребята, я хотел поправочку сделать. Нет, не Гонконг, а Айк. Вот, я вспомнил, Айк. У Гонконга, по-моему, было 130 тысяч. А у Айка уже было 180, да. Вот так вот. И, кстати, причем этот Айк сам по себе был какого уровня-то? По-моему, 63-го, если я не ошибаюсь. 63-го уровня, да? Имея 180 тысяч темных душ. Опупеть просто. Блин, вы извините, я, конечно, повторяюсь. Ну, на самом деле, это... Я вот смотрю наших пацанов, да, вот там Братство Стали. В общем, там такие, ну, эпические кланы, грубо говоря. Ну, сколько там? Ну, 120, 130, ну, 140 тысяч, наверное, это максимум будет. И то они там пыхтят, кроптят, и сколько они уже, извините меня, играют. А эти месяца нет, и уже все. В общем, блин, нет предела моему возмущению. Так что, если такими темпами дальше все и пойдет, фух, я не знаю, что с нами тут будет. Так, ладно, ребятушки, мы как бы немножко отвлеклись от основной темы, мы же все-таки играем. А хотя, что мы играем, ребят, мы сегодня, точнее не мы, а я высказываю все свое вот это наболевшее. Да, я тут, как вначале сказал, сделал госпиталь. Теперь у меня после каждого боя мои персонажи очень долго лечатся. И причем 3 дня, можно сказать, минус... Из игры Hustle Castle. Ну и ко всему прочему, вы прекрасно знаете, сколько у нас сейчас по времени развиваются персонажи. Я 85 уровень, честно вам скажу, получать буду больше месяца, если прокачивать всех своих персонажей. Это только до 85 уровня. А соответственно потом будет соточка. И нужно будет до 100 прокачивать. Я уже даже боюсь представить, сколько это будет по времени у нас уходить. Так, ладно, давайте... Вскроем, сейчас по-бренькому глянем, что у нас тут. Так, ну, в общем, одни ресурсы. Сейчас мы дойдем до синего сундука. Ну, это на разборку сразу, даже не будем заморачиваться. Так, это тоже на разборку, у меня их куча, они нам не нужны. Так, а здесь, эй, зеленая броня, иди ты в баню. Все, что я могу тебе сказать. Да, очень мало маны, не могу я, к сожалению, ничего заказать. Так, ладно, давайте-ка мы с вами, тут уже совсем чуть-чуть осталось до следующего синего сундучка. Сейчас мы дойдем по-быренькому, хотя яблочек-то вроде бы у меня там очень мало и, боюсь, не хватит. Ну, сколько пройдем, столько пройдем. Так что вот так вот, ребятушки. А вы, если что, пишите мне в комментариях свои... размышления, что вы думаете по этому поводу и какие у вас есть, может быть, пожелания, еще что-нибудь. Составим с вами какую-нибудь петицию от Российской Федерации и отправим программистам. Хотя я не знаю, по-моему, программисты все-таки русские, да? Или нет? Компания Nord, мне кажется, что это русские ребята, русские разработчики. Хотя я могу и ошибаться. Так, и представляете, да? У них, как говорится, глазки загорелись. Все, ребята тут донатят им, бабло забивают. Ну, а мы-то почему должны страдать от этого? Говорю еще раз, разделяйте серваки. Мы играли сколько? Больше года на своем серваке, на русском. И никто ничего не плакал, не жаловался. Я думаю, они так же. Особенно если там Китай, Корея, да? У них там, извините меня, миллионные страны. Им вообще нечего там плакать. Как-нибудь обойдутся и без нас. А вот нам с ними некомфортно играть. Так, ну что, ребятушки, вот у нас, в принципе, и сундучок сейчас будет. Этих ребятушек мы по-быренькому расколбасим. Все, как видите, я прохожу на ускорении, потому что нечего, как говорится, сопли наматывать на кулак. Все будем делать быстро и нон-стопом. Осталась последняя заходочка у нас. Так, кто у нас здесь? А, големы эти. Ну, это сосунки. Все, мы их разобрали. Получаем наш синий сундучок. Блин, я офигею, да? Трясемся за синий сундучок. Кто-то трясется, а кто-то просто-напросто донатит их тысячами. Так, и выпадает мне ерунда. Разбираем, конечно же. Да, печалька. Лучше бы, конечно, синяя шмотка. Так, сколько здесь еще? Один день, 3 часа будет делаться у меня этот госпиталь. Как же он меня достал, а? Не подхилиться, ничего нельзя, а?
Так, забираем. Ресурсов тоже мало, но уже хоть что-то. Можно будет скоро что-то заказывать себе на постройку. Ну, а на этой ноте, наверное, ребятушки, я буду завершать свою серию. Если что, пишите в комментарии, как говорится, свои мысли, свои доводы. Что вы думаете по этому поводу? Нормально это, ненормально? В общем, будет приятно почитать любой комментарий. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых видосиков, ребята. Всем удачи, всем пока. Главное, будьте всегда начеку.